Я отзову свой проект, Бурханбей. Не хочу продолжать работу по кампусу. Это из-за Нураксала? Из-за него. Просто я не желаю снова видеться с ним. Но он же пришел к тебе. Сам пришел и смиренно сел напротив тебя. Ему нечего стыдиться. Не надо, прошу вас. Вы же знаете, что произошло. Я ничего не знаю, дочка. Настоящей подоплеки я не знаю. И мне сдается, ты тоже не знаешь. И сам Анурбей тоже не в курсе. И если мое мнение что-нибудь значит, позволь мне кое-что тебе сказать. Да ну что вы. Говорите, конечно, я вас слушаю. Дочка, допустим, что ты права. Нураксал совершил бесчестный поступок. Об этом стало известно. Ты из чувства собственного достоинства ушла от него. Замечательно. Но что, если Анурбей все же прав? Что, если он честный человек? Если он был подло оклеветан? Сможет ли твоя совесть вынести такой груз? А если я права? Почему вы этого не допускаете, Бурханбей? А если Анур правда... Если ты права, то это просто партнерский проект. Закончите, распрощаешься с ним. Может, я немного грубо скажу, Шахрезад. Уж извини. Дочка, это просто казнь без суда и следствия. Да бросьте, я... Какая-то женщина наговорила оскорблений только и всего. Анурбей, сказать ты ничего не успел. А, Бурханбей, оставим все мои чувства. Пережитое мною горе, все оставим. Верно ли, с профессиональной точки зрения, чтобы я сотрудничала с Ануром? Это же первый заказ у нашего офиса. Так. Послушай, ну что, разве это важнее, чем честь Анура Аксала, Шахрезад? В бизнесе случается всякое, ты же знаешь. Но если ты откажешься от проекта только потому, что он в нем участвует, то поступишь несправедливо по отношению к Анурбею. Будь я сейчас на месте Анура Аксала, я бы очень расстроился. Обиделся бы на тебя. И легко ли отошел бы потом, не знаю.